прижались футболисты Енисея к своим воротам, в свою штрафную почти всей командой опустились. Дают спокойно практически разыгрывать мяч. А здесь момент, и первый мяч вылетает в сетку ворот. Енисея не было там положения вне игры у Анзора Саная. И он третий мяч в чемпионате забивает на 38-й минуте. Дали спокойно разыграть мяч футболистам ротора за пределами своей штрафной. Последовала передача с правого фланга, скидка головой, и искусственный офсайд пытались сделать защитники Енисея. Не получилось у них этого. Совершенно один на линии вратарской оказался Анзор Саная и переиграл Михаила Филиппова, открыв счет сегодняшнего матча.